Многоуважаемая публика, мое почтение. Не знаю, кому как, а мне стихотворение из этого ролика видится логическим продолжением стихотворения из ролика 41. Поделков Сергей Александрович. Мне никогда тебя не позабыть. Под южным ли крестом случится быть? Под северным ли тяжким небом? Куда б ни шел я, не скитался где бы, мне никогда тебя не позабыть. И облик твой родной и сокровенный, как вдохновение движущее труд, ни холодок штыка, ни тюрем стены от сердца моего не отведут. Одна лишь ты смогла понять тревогу моей души, печали разгадать и вместе нам идти одной дорогой и радоваться вместе и страдать. И как огня в кремне не умертвить, как и не заставить век иссякнуть ветер, пускай порукой будут строки эти. Мне никогда тебя не позабыть. Спасибо.